Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья. И сегодня я готовлю фунчозу с овощами и курицей. Просто очень вкусный, простой рецепт. Итак, начнем. Нам нужна будет для этого рецепта фасоль. У нас замороженная. Предварительно ее нужно будет разморозить. Филе курицы, сама фунчоза, морковь, помидоры, сладкий болгарский перец, лук, чеснок, соль, молотый черный перец, растительное масло и соевый соус. Что я делаю сначала? Я кубиками нарезаю лук и обжариваю вместе с чесноком. 2 зубчиков чесночка нам будет достаточно. Тоже меленько его нарезаем. Закрываем сковороду, добавляем немножко растительного масла и обжариваем до слегка золотистого цвета. Пока обжаривается лук, я нарежу полосочками куриное филе. Так, лук подрумянился, добавляем теперь грудку. Пока обжаривается курица, морковь я нарезаю тоненькими кусочками. Теперь нам обжарилась курица, добавляем морковь и лучковую фасоль. И все хорошо перемешиваем. И все будет тушиться до мягкости фасоли. Пока обжаривается морковь с фасолью, морковь должна быть немножечко мягкая. И потом добавляю перец. Перец тоже должен быть нарезан тоненькой соломкой, но я решила потереть его вот на такой вот чудо-тёрку. Теперь добавляем сладкий болгарский перец. И еще буду тушить где-то минут 5. Теперь в самом конце буду добавлять помидоры. Тоже режу такими длинненькими кусочками соломкой. В самом конце добавляю помидоры, когда овощи уже практически готовы. В конце, когда овощи уже готовы, я солю и перчу по вкусу. Времени, пока готовились овощи, заливаю фунчозу кипятком буквально на 7 минут. Лапша слишком длинная, я ее обрежу. Процеживаем лапшу и добавляем к овощам. Добавляю, все перемешиваю, тушу еще минут 6. И теперь добавляю соевого соуса где-то 3 столовые ложки. И еще раз хорошо перемешиваю. Все, 5-6 минут прошло. И готовую фунчозу посыпаю кунжутом. Фунчоза с овощами готова. Очень быстро и вкусно. Вкусное блюдо на ужин просто потрясающе получается. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Пишите рецепты, делитесь своими. Пишите, у кого получилось, что вы готовите. Ставьте лайки. А я прощаюсь. Всем пока.